Ну вот, оцените вариант их изменения проживания. Вот была увеличена площадь. Вот была организована зона отдыха. Вот с двумя такими подстилочками. Зона вот игрушки в виде морковки. Потом зона пищеблока, вот или питания. Также было им помечено, что это зона питания вот таким значком ям-ям. И как бы все сейчас под контролем. Единственное, конечно, гамак немножко, ну, тяжело было его приделать. Но, может быть, кто-то напишет в комментариях, как улучшить его расположение. Или, может быть, еще какие-нибудь замечания по оформлению их места проживания. Может, кто-то более опытный по морским свинкам. Будем ожидать комментариев, советов, рекомендаций. Даже, может быть, и нас пожурят. Но так как мы только всего их, наверное, 25 дней держали у себя на передержке, поэтому как бы нас сильно строго не надо спрашивать. И мы как бы открыты ко всем рекомендациям и пожеланиям. Может, кто-то хочет им улучшить еще жизнь. Но даже нам еще пока не привезли новые звенья, но вот наше вот такое решение. Ну, может быть, временное, может, не временное. Также еще им новая игрушка гостиниц выдается. Сейчас посмотрите. Такой они нравятся им. Они съели уже один. Вот. По-моему, он с медом, вот этот гостиниц. Так, вот тут со свеклой им не очень нравится. Сейчас я вам покажу вам поближе. Вот они там питаются. Видите, как хорошо у них. Достаточно.